Итак, привет, ребята, ребятулечки. С вами снова я, несменный лидер несменного канала. Находимся мы в район Ховрино. Вот вы видите Ховрино. Короче, вы нихрена ничего не видите. Ну ладно, суть не в этом. В магазин сейчас ходил, собственно, за частями. Блин, ну это цирк. 1 июня сегодня, ребята, если что. Всех с первым днем летом. Купил ремни. Ну, не буду вытаскивать, потому что я в карман еле засунул на машину. Смысл какой? Заказал. Половина работает отделов, половина отделов работает, половина отделов не работает. Подхожу, позвонил, все сказали, туда-сюда, номер записал, подхожу на кассу, говорит, оплатите, вам сейчас там выдадут. Кассе подхожу, она говорит, у вас маски нет, перчаток, я, говорит, вас не буду обслуживать. Летить твою мать. Блин. Выхожу на улицу, таксист стоит. Я говорю, помните, раньше вот был, да, прикол, да? Когда там, дай прикурить, блин, туда-сюда, или там, можно вас там, чтобы вы мне там пиво купили, когда я там маленький был, что я помню, там сигарет, не пиво, сигарет. Сейчас такой, говорю, дай маску, а то мне там ни хрена не отдают. Он такой снимает маску, я одел маску, пошел, короче, захожу, он говорит, перчаток нет. Я говорю, таксист не был, перчатка, какого таксиста? Я говорю, вы мне дайте маску, блин, пуха спалит, дайте запчасть мой. Она говорит, ни хрена, блин, запчасти, ребят, запчасти, блин, ремень, блин, вирусный, блин, понимаете, купил, блин. Она говорит, нет, нельзя. Короче, говорит, идите туда-сюда, 8 дыр, 8 пыр, блин. Потом говорит, ладно, стойте, молодой человек, я по собственной инициативе вам дам сейчас, блин, эти перчатки, блин. Еле кое-как натянул, вы представляете, да, мои руки, они же женские, блин. Короче, получилось, знаете как, ну я уж не стал фотографировать, снимать, ну, что пальцы все выехали, блин, а вот это просто на ладони, блин, болтается, знаете, как пакет целлофановый порвать, как, да как волк, ну погоди тогда, вот эти кроссовки одевал, то же самое, блин. Короче, ладно, я говорю, все, запчасть давайте, она говорит, все, молодец, туда-сюда, я в этот вирус, говорит, тоже ни хрена не верю. Чушь профанаса. Я говорю, ну блин, у нас, говорит, штрафы за эту херню. Я говорю, ну ладно, я вас понял. Мы с ней обнялись, поцеловались. И там, туда-сюда, номер телефона я у нее взял. Шутка, конечно. Пошел, запчасти получил, вышел. Так вот я про чего? Про чего я в итоге? Я про жизнь в Москве, ребят, снимаю. Сейчас будем, походим. Я вам сейчас, кстати, новый видос запилю, как я по району здесь хожу. Сегодня же 1 июня, сегодня Собянин. Спасибо тебе, блин, этот, как ее, спасибо тебе большое. Разрешил гулять. Ну, через дом, правда, я не знаю, как эта система действует. Я вообще никогда дома не сидел за все два месяца. И люди, смотрю, особо тоже не сидели. Что они там сидят, там придумывают что-то, блин. Это такой игнор власти идет сейчас населением. Это просто цирк, ребята. Это просто цирк. А, и Илон Маску привет сразу в этом видео. Да. Все. Пока. Пока.